шар с новогодним желанием, и заветная мечта ребенка исполнена. Сюрприз юным жителям краевой столицы на этот раз от народных избранников Барнаула. Так председатель городской думы Галина Буевич в этом году подарит ребенку конструктор Лего. Знаете, что радует? Практически у многих пожелания связаны с каким-то интересом, хобби, развитием. И, конечно же, хотелось детям подарить эту радость. Я думаю, что сегодня у депутатов проснулось то ощущение детства, праздника, ожидания подарка, ожидания чуда. И вот если мы хоть чуть-чуть приблизили это чудо ближе к какому-то ребенку города Барнаула, мы, конечно, бесконечно счастливы. В канун Нового года сотрудники разных учреждений и ведомств края исполняют детские мечты. Депутаты Барнаульской думы благотворительной акции «Елка желаний» участвуют в 7-й год подряд. Я дарю машинку мальчику в 6 лет и вообще считаю акция вот эта очень уникальная. Уникальная она в чем? Что здесь есть возможность получить положительные эмоции, заряд положительных эмоций разным возрастам. Такие акции, они очень полезны и дают возможность вот почувствовать это новогоднее волшебство. До маленьких адресатов подарки доставят волонтеры. Народные избранники передали им свои презенты и открыли финальное в этом году заседание Барнаульской городской думы. На нем подвели итоги года и рассмотрели 9 вопросов. Один из них – снос аварийных деревьев. Речь первоначально идет о вопросах обеспечения чего? Безопасности. Такие случаи были в Барнауле и были, к сожалению, со смертельным исходом. Это будут делать специалисты. Мы разделим с вами финансовые потоки. Вот здесь мы наймем специалистов, которые определят, это дерево аварийное или нет, оно больное или здоровое, и что с ним сделать. На заседании депутаты также внесли изменения в положение о районных поселковых администрациях и приняли план работы на следующий год. В планах работы поставили задачу более тесного взаимодействия с вышестоящими парламентами, краевым законодательным собранием, возможность взаимодействия с депутатами Государственной Думы, которые избраны по городу Барнаул, от города Барнаула, с общественными организациями, общественной палатой нашего города, советом женщин при главе города Барнаула. В этом году депутаты городской думы провели 9 заседаний, приняли сотни решений. Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество и отметил, что впереди ждет не менее плодотворная работа. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.